Внешность изменилась радикально. Я пересаживал волосы трижды, нос 10 раз побывал под скальпелем хирурга, дважды подтягивал брови, сделал 3 подтяжки вокруг глаз, 1 подтяжку лица, дважды вставлял импланты в подбородок, 5 имплантов в губы, 1 раз подтягивал верхнюю губу, менял линию подбородка 1 раз, вставил импланты в плечи, бицепс и трицепс, грудные, пресс и спина, ноги и попа. Изменениям подверглись даже уши. Лицо обошлось в 280 тысяч фунтов. Это 22 миллиона 120 тысяч в рублях. Сейчас я полностью доволен своей внешностью. Единственное, о чем я сожалею, это 5 неудачных операций по изменению формы носа. Все они прошли с осложнениями. После 3-й операции около крыла носа образовался свищ и начался некроз тканей. До недавнего времени я никак не мог закончить поиск идеального лица и тела.